19:55. 26 мая 2018 года участница нарушила правила и подстерегла певца после выступления. На этой неделе в эфир выйдет 12-й выпуск 6-го сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом. Вопреки правилам, вместо двух в финал вышли три участницы – Дарья Клюкина, Виктория Короткова и Галина Чиблис. «Холостяк» выберет победительницу только через две недели, однако певца уже сейчас замечают в компании Виктории Коротковой. Вначале он поделился совместным фото с участницей, заявив, что испытал весь спектр эмоций на проекте, а на этой неделе его засняли с девушкой за пределами шоу. Точковое распоряжение одного из российских изданий оказалось видео, на котором Егор беседует с Викторией после выступления на шоу «Песни». Пара стоит у ограждения и о чем-то оживленно беседует, певец, судя по поведению, не в духе. Примечательно, что в контракте каждой из участниц четко прописано, что встречи за пределами проекта до окончания съемок и выхода последнего выпуска в эфир запрещены. Как сообщает Супер, за нарушение правила предусмотрен штраф. Егора Крида заметили в компании Виктории Коротковой за пределами шоу «Холостяк». К слову, Виктория Короткова, начиная с первых выпусков, является фавориткой Крида. Ради него она развелась с мужем и даже набила первую татуировку, копирующую надпись на картине, которую «Холостяк» подарил участнице на первом свидании. Правда, позже выяснилось, что тату набивал не рэпер, как показали в предыдущем выпуске, а профессионал. Тату-мастер Анна Дорбицкая рассказала в своем микроблоге в Instagram, что сама сделала Коротковой на руке надпись «Амэр», а Егор лишь подрисовал одну линию. Егор Крид и Виктория Короткова в шоу «Холостяк». Напомним, что очередной выпуск шоу «Холостяк» выйдет в эфир уже завтра. Егор Крид вместе с тремя участницами отправится в Дубай, где познакомит их с родителями. По итогам встречи ему придется выбрать двух финалисток. Читайте также. Егор Крид резко высказался в адрес участниц шоу «Холостяк» и обвинил их в желании пропиариться за его счет в шестом сезоне шоу «Холостяк». Виктория Короткова и тату набил не Егор Крид, а мастер.